так вот ностальгично. Ну, это отрабатывали же на натуре. Он 19 стоит. Ваш сук стоит, да? Где? А, то миг 29, я знаю. Летал я на нем в малолетстве. А нет, 25-й. 25-й. А за ним что-то еще стоит. Блистера ж прицельного не было. Сколько их в этот, в юный техник брака отвозили? Не помню, с какой высоты упала такая. Экипаж вдребезги и бутылка шампанского целая. Что? Не 8 такой у нас упал как-то вот так. Ну, вертолетчики там. Ни разу их не видели. Хоть мы там ходим, хоть. Во время перед полетом. Машина, конечно, крайне своеобразная. Одна печальная вещь. Не сохранился. Тут был когда-то один из трех Ту-110-х. Большой артиллерийский тягач. Только в мультфильмах его увидеть можно. Не, а я их застал живьем. В нефтеразведке они работали в неимоверном количестве. Причем еще бывали, у них первые лопасти шли. Вот и два. Она там еще и маневрировала. Почему? Там вон еще площадочка интересная. Очень бытового плана. Да, еще техника вон стоит. А? Бомбардировщик этот стратегический, да? Стоит. А, вот.
Да, и части авиации этой тоже видел. Где-то ж порезали, где-то украли. Вариант, если ты поля орошал. Там кассир ушел просто куда-то. Служит до сих пор кое-где у чинщиков. Они туда поставили, грубо говоря, эти. Что ж такое, есть? Да, не в том дело. Если это с приключами еще и с приключами. Видно, сказали, что... Вот мы вам даем конкретные деньги. Много дороже, но те деньги, что надо порезать, попали в конкретные карманы конкретных людей. Ага. Надо еще одного. То всего все и обратно. Уже ангар сохранил. Ага. Ну, перемыкаю. Нет, ведь этим, наверное, уже требуется капремонт, а учитывая прожорливость, наверное, они уже летают. Стоит там.
как-то по со временем, если. Так, послушай, я тут. Зачем я тебя, правда, впереди обходил? Ну вот, уже залетели, чтобы она не открылась. Понятно. Пах катаюсь по аэродрому. Ничего не это, потому что оставшиеся в живых привлечены к своей ответственности. Понятно. А присесть, если хотите. Студенты пока. Еще не совсем проломали. Тут все агрегаты, системы рабочие. Вот и двигатели. То есть, если что, можно... Давай, тут же компьютера нет. Понятно. Поэтому 4 человека экипаж. Вот тут присядьте, сфотографируйтесь. Вот за этими кабине сфотографируйтесь. Это стюардесса. Вот на тот стюардесс. Тут 54, а там 108. Человек. Да, я так получилось, что в этом... Я же говорю, удивительно. Кухонька. Ну да, это ж потому два трапа. То холодильник. Кухня, холодильник, шкафы. Шкафы разогреты. Тут еще наземный служба на нем тренируется, как его обслуживать. То есть... Это действительно... Живой. Там, даже ветер замеряет давление, выбег ротора, там все параметры. Это раритет. Это точно, что раритет. Она же свой ресурс даже не вылетала. Меньше 3500.